Итак, сегодняшняя загадка. Индовина, индовинелло. Разгадай загадку. Индовина, индовинелло. Индовина. Значит так, загадка. Ио-о, сей-ово. У меня, как вы видите, 6 яиц. 6. Не ромпу дуе. Я сейчас два разобью. Не ромпу дуе. Не фриго дуе. Не манджу дуе. Я из них. Не ромпу дуе, не фриго дуе, не манджу дуе. Quante ove sono rimaste? Ответы, пожалуйста, в комментариях. А я сейчас из этих яиц, которые я возьму, что-то интересненькое вам приготовлю и покажу, как это все вкусно и быстро. Я взяла 5 яиц, достаточно, суфиченто достаточно. 5 яиц, хорошенько взбалтываем, взболтать, посолить. Немного упитку десали, посолили и обильно так вот 2-3 щепотки. Между прочим, знаете что, вот так вот одна щепотка, вот эта щепотка, да, я у бабушки вымеряла, это одна чайная ложка, ну, кукьяино. Так что вот, ну, наверное, 3-4 ложечки. Так, ну, кто-то уже догадывается? Индовина, что я тут готовлю? Посолили, можно еще немножко поперчить, кому нравится перчик, какие-то травки. Так, теперь запускаем эту смесь яичную. Опа-ля. Обязательно нужно накрыть крышкой. Кто ждет? Кто ждет? Кто ждет? Что там готовится такое вкусное? Кто такой? Кто такой? Что такое? Нет. Что? Что? Пойдем кушать? Так вот как-то я еще сверху посыпала тертым качукавалу. Сейчас еще 2 минутки и готово. Не, ну правда очень вкусно. Попробуйте. Мягкая, вкусная картошечка жареная. Чисто итальянский рецепт. Наших деревень бабушкин. Самое главное, чтобы нашим деткам нравилось. Да? Вкусно, Людмила? Да. Если вам нравятся такие красивые собачки, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на наш собачий канал. Здравствуйте, друзья мои! Сегодня я хочу продолжить беседу про загадки, да? И сегодня я вот в такой пижамке перед вами, в домашнем виде. Мы вот с Людмилкой только что покушали. И знаете, сегодня я хочу вас всех просто поблагодарить. Знаете, я так благодарна за все, что происходит, и я понимаю, что в данный момент это результат всей той кропотливой работы, которая проходила все это время. Например, то, что я нахожусь в этом доме, что мне помогла моя ученица. Моя ученица, с которой я занималась почти год, я ее нашла благодаря группе нашей в Фейсбуке «Io parlo italiano». Идея этой группы принадлежит моей сестре родной. Если бы не она, если бы не ее усилия, которые она приложила
к тому, чтобы я начала сама заниматься итальянским языком и обучала вас, помогала. Меня, во-первых, отвлекало от неприятностей семейных. Это мне давало всегда еще плюс, стимулировало и мое обучение, и мою жизнь. И каким-то образом, на самом деле, очень судьбоносная получилась и эта группа. И в дальнейшем все эти наши катаклизмы, все вот эти... с вирусом. Все эти ситуации, они наоборот меня подогрели и на эти видео, и на выступления, и много-многому всему. То есть я вам тоже желаю, не пропустите момента, и с благодарностью, принимаем эту жизнь с благодарностью. Большое вам спасибо, особенно первым подписчикам, которые в меня поверили. Я сама в себя начала верить, и вы знаете, благодаря вам, я думаю, что все будет прекрасно у нас у всех. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Я для вас открываю тайны Италии, итальянского языка, итальянской кухни, все, что меня окружает. Делюсь всеми секретами. Мне 45 лет, у меня дети итальянцы, стали уже, я ращу по воле судьбе дочку-итальянку, поэтому волей-неволей я должна... приобщиться к этой культуре. Там. А пока на сегодня все. Спасибо еще раз. И с наступающим Рождеством. Готовимся к этому замечательному празднику. Всего доброго. До свидания.